Вот в таком доме живут сейчас, в старом, аварийном, почерневшем от времени. А буквально в нескольких шагах отсюда для жителей этого незавидного сооружения построен новый дом – одноподъездный, 15-квартирный. Реализацию программы переселения из аварийного жилья в Ивановском районе оценил губернатор Павел Коньков. Дом в деревне Лебяжилук готов на 100%. Подключение к инженерным сетям на завершающей стадии. В целом у меня об этом доме хорошее впечатление. Чувствуется с душой, делают и готовят к новым жильцам этот дом. Мы сегодня смотрим программу переселения в Ивановском районе. Для них этот год пиковый. Они должны сдать 7 домов, переселить больше 450 жителей в эти дома. В этот дом переедут жители деревень Лебяжий Луг, Зеленый городок и Дегтярева. Администрация района уверяет, после неприятных историй с некачественным жильем для переселенцев контроль ужесточили. Достаточно жесткий контроль в 2015 году был организован с агентством капитального строительства совместно с администрацией Ивановского района, администрацией сельского поселения. С самого начала учли все те ошибки, которые были по программе прошлых лет, и, конечно, спуску подрядчикам в этом году не давали. Вот, с самого начала, с момента фундамента вели практически ежедневно, выезжали все службы, писали замечания, вот, и они все были устранены. Но вот по качеству у меня здесь нет претензий. Дом построен из кирпича, железобетонными перекрытиями, скатная крыша. Ну, в общем-то, все выполнено в соответствии с нормами. Строительство всех запланированных объектов в Ивановском районе ведется согласно графику. Жители 35 аварийных домов к декабрю будут переселены. Финансирование программы составило 178 миллионов рублей. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.